Каждый день из нашего двора. Утро, вечер, ночь. Экстренная новость. На центральную территорию России надвигается аномальное похолодание. Гидрометцентр утверждает, что этот процесс в слоях тропосферы необратим. Социологи настоятельно советуют не паниковать, относиться к происходящему как к неизбежной катастрофе. Два низких старта, но мерзнут кусты сосны, нету весны. 22 мая меня на куски ломает. Врач неотложка, диагноз наркоз, все как обычно, замерз. Дайте кусочек лета, за что мне вот все вот это? Налейте 100 грамм совета. Где мое лето? Где мое лето? Где мое лето? Где мое лето? Мое лето! Осколок. Завтра все дети в школу, а я уезжаю в Тагил. Наш климат придумал дебил. Дайте кусочек лета, за что мне вот все вот это? Налейте 100 грамм совета. Где мое лето? Дайте кусочек лета, за что мне вот все вот это?